Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви Оксфорда. Сегодня я хочу начать небольшой цикл, который называется «Божественные институты и дух беззакония». Сейчас идет битва. Духовная война за все народы и все души. Библия говорит, что в последние времена интенсивность этой битвы будет возрастать, и мы будем все четче видеть ее границы. Это битва за истину. Библия говорит об истине Божьей и лжи сатаны. Эта ложь появилась с сатаной. Истина Божия состоит в том, что есть Бог, который создал нас и которому мы подотчетным, мы находимся под Его властью. И наши отношения с Ним зависят от нашей реакции на Его власть. Ложь сатаны это отвержение истины. Она говорит, что мы здесь случайно, без замысла, что мы не подотчетны никакому Богу. Мы сами себе Боги, сами себе власти, нам не нужен какой-то Бог, который будет указывать нам, что делать. А вот что лежит в основании проблемы противостояния истины и лжи. Мы должны понимать тот вопрос, который находится в самом сердце этой духовной битвы. Мы должны играть свою роль, находясь на стороне истины. И начнем мы сегодня с послания Иакова, 4 главы 12 стиха. Это очень сильный стих. Там сказано, ⁇ Един законодатель и судья ⁇ могущий спасти и погубить. Тут говорится о том, что Бог — источник всякой истины, власти и закона. И Он установит свой закон. Никому не удастся избежать этого. Ведь его власть распространяется на весь мир. Божья власть проявляется через его правление и его закон. Бог управляет этим миром согласно своему закону, который является проявлением его власти и правления. Но как? Мы рассмотрим один из главных методов, которые Бог использует для управления миром. Как Он выражает эту власть? Бог являет свою власть через божественные институты, сферы, в которых Он делегировал власть людям на земле. Итак, Бог управляет через людей, которые обладают Его властью. Его правление происходит через различные божественные институты. Его власть передается всем нам разными способами. Вот как он управляет этим миром. И то, насколько хорошо проходит наша жизнь, зависит от того, насколько хорошо наша связь с этими институтами налажена. Я хочу показать вам семь божественных институтов. Первый и самый важный в фундаментальном плане – это свободная воля. Все мы обладаем властью над своими жизнями. Второе – работа. У нас возникают вопросы с властью на работе. Третье брак. Я даю их вам в том порядке, в котором Бог представил их человечеством. Третье. Брак между мужчиной и женщиной. Четвертое семья, которая включает в себя детей. Пятое человеческое правительство. Шестое ⁇ национальное государство. И седьмое ⁇ последнее ⁇ это церковь. Они определяют сферы делегированной власти, которую Бог дает людям. Противоположность Духу Божьему ⁇ это Дух беззакония, который отвергает Божий закон в этом мире. Библия предсказывает, что в последние времена Дух беззакония будет возрастать в мире и даже повлияет на многих в церкви. Мы должны понимать, что такое беззаконие. Это не просто нарушение закона Божьего, это называется прегрешением. Это нечто большее. Беззаконие — это отвержение Божьего закона в целом, его право на управление землей. Это можно назвать бунтом. — это отвержение его власти. Это отвержение того, кто дает закон из самого его закона. Беззаконие — это аномия. Номос — это закон, ну а если перед словом в греческом стоит буковка «а», это означает «без этого». То есть, это слово означает «без закон». Беззаконие отвергает сам закон. Иными словами, это анархия. Оно пытается отменить закон Божий, отвергая его власть и бунтуя против него. Оно ведет себя так, словно закон не имеет власти, а законодателя вообще не существует. Дух беззакония противопоставляется Духу Божьему, который почитает Божий закон и настоящую власть. Дух беззакония отвергает Божий закон и правление в этом мире. Он пытается подорвать божественные институты. Он отвергает Божье право на правление. Мы должны понимать, когда все это проявляется, это атака не только на Бога дух беззакония пытается подорвать настоящую власть, особенно ту, что выражается через божественные институты, которые называет «Слово Божие». И мы сегодня рассмотрим их все, каждый по порядку. Беззаконие ненавидит власть. Это дух сатаны, который работает в мире, он силен и опасен для нашего духовного здоровья. Поэтому мы должны оградиться от него. Дух беззакония не просто пытается сделать так, чтобы вы ослушались Бога. Он хочет захватить ваше сердце, чтобы вы отвергли Божью власть, когда встретитесь с ней, и даже попытались сбросить ее. Беззаконие не просто связано с нашими отношениями с Богом. Оно также связано с нашими отношениями с человеческой властью. Часто именно это дается нам сложнее всего. Важная часть повиновения Богу — это повиновение человеческим властям в жизни, потому что они обладают властью Божией. Всякая власть исходит от Бога. Только Бог обладает абсолютной властью, но Он делегирует свою власть человеку, чтобы человек мог обладать властью под Богом, был его представителем. Бог доверяет человеку власть. Мы призваны подчиняться властям, хотя ее представители и не всегда идеальны. Мы должны почитать и подчиняться истинной власти. Вы не можете подчиниться Богу и при этом не подчиниться Его властям. Но у некоторых возникают с этим проблемы. Бог управляет через делегированных представителей власти, людей, а также работает с нами напрямую. Здесь все становится сложнее. Хоть эти власти и поставлены Богом, они сами по себе являются греховными. Тот, кто отвергает власть, всегда пытается найти какую-то проблему во власти. Это весьма просто сделать, потому что все мы греховны, чтобы у человека было оправдание не слушаться ее. На основании проблем с властью они начинают подрывать, насмехаться и сбрасывать ее. Это и есть природа беззакония. Библия ясно говорит, что главный ключ к успеху в жизни — это понимать и почитать поставленную Богом власть. Это ключ к успеху. Исход 20.12. Говорит об одном из ключевых божественных институтов, а именно о семье. Здесь говорится детям, почитая отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает себе. Этот же стих затем цитируется в послании к Ефесянам 6 главе 3 стихе. И там написано так. Это первая заповедь с обетованием. Обетование — это благословение и долгая жизнь. Но есть условия. Вы должны почитать власть. Это особенно важно для детей. Ваши родители представляют для вас Бога. Это ваша первая встреча с властью. Здесь вы учитесь уважать власть и повиноваться ей. И тогда вы можете применить те же принципы и в других сферах власти. То, уважают ли дети своих родителей или нет, серьезно влияет на их жизнь. Если они не научатся правильным отношениям с властью, то у них будут проблемы с начальством на работе и в других сферах. Послание Иакова 4 глава 12 стих говорит так, ⁇ Един законодатель и судья могущий спасти и погубить ⁇ Иными словами, то, как вы относитесь к этому законодателю, и его власти, определяет, идете ли вы по пути к жизни или погибели. Ваши отношения с Богом и его правительством во всех его формах, включая делегированные власти, определяют, будет ли с вами все хорошо или нет, потому что Бог насаждает свой закон. Вы не сможете убежать от последствий беззакония, Убьет вас. Когда вы подчиняетесь истинной власти, вы подчиняетесь Богу, который приведет вас к благословениям. Но если вы бунтуете против поставленной Богом власти, это несет вам погибель. Власть ⁇ это самое сильное, что вы можете встретить в жизни. Она исходит от Божьего престола. Она намного важнее силы. Нас впечатляет сила. Власть представляет самого Бога, в то время как сила представляет Божьи дела. Итак, бунт против власти самый серьезный, потому что это бунт против самого Бога. Важно распознавать беззаконие особенно в нашем сердце, потому что оно дает сатане доступ к нашей жизни. То, как мы относимся к власти, проникает в наше сердце и определяет, кем мы станем. Только Бог обладает абсолютной властью, но Он делегирует свою власть разными способами через различные божественные институты. Бунтовать против Божьей власти данный божественным институтом. Это серьезная проблема, потому что это бунт против самого Бога. Сам Бог делегировал эту власть. Важно понимать божественные институты, уважать, защищать и поддерживать их, а не противостоять им. Я хочу, чтобы мы рассмотрели сегодня божественные институты. Божественные институты — это реальные структуры, которые встроены в социальное существование человека. Они созданы и даны Богом и открыты в Его Слове и применяются ко всему человечеству. Они не эволюционировали, но были созданы Богом с самого начала, чтобы управлять существованием человека ради его же блага. Сатана работает через дух беззакония, чтобы подрывать все божественные институты. Если вы видите атаки на божественные институты, то знаете, кто несет ответственность за них? Бог создал божественные институты для нашего блага, чтобы дать стабильность, мир, благословение и процветание. Слава Богу за это. Давайте сейчас откроем послание к римлянам, 13 главу. Нам нужно посмотреть на 1 и 2 стихи. Здесь говорится о божественном институте правительства. Но данные принципы применимы ко всем божественным институтам. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Иными словами, подчиняйтесь тем, кто стоит во власти. Ибо нет власти ни не от Бога. Итак, всякая власть исходит от Бога. И когда вы подчиняетесь властям, вы подчиняетесь Богу существующие же власти от Бога установленные. Посему Противящиеся власти противятся Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Им будет плохо. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что Павел сказал эти слова во времена Римской империи. Он не говорил, что все власти совершенны. Это не так. Хоть Римская империя и угнетала своей властью, Павел говорит, чтобы мы признавали и почитали эту власть. Когда власть говорит вам сделать что-то, что противоречит тому, что Бог говорит в своем Слове, мы должны повиноваться высшей власти. Божьей власти. Но у вас должно быть правильное отношение в сердце, и вы должны уважать власть, даже если вы не можете повиноваться властям в такой ситуации. Это та цена, которую нам приходится платить. Но хоть Римская империя и устраивала гонение на христиан, Павел все равно говорил, что мы должны повиноваться властям. И какими бы ни были проблемы Римской империи, она старалась строить атмосферу мира и порядка, в котором процветала бы Евангелие. Бог использовал ее. Без власти у нас будет лишь хаос и анархия, и вы ничего не сможете сделать. Бог не управляет всегда напрямую но управляет через власть, делегированную людям. И мы обязаны подчиняться им. Бог распространяет свою власть так, чтобы никто из делегированной власти не обладал слишком большой силой. Только Бог обладает абсолютной властью. Все остальные власти должны действовать в границах, которые установил Бог. А вот почему мы должны понимать границы власти. Даже истинная власть может выйти за пределы и стать беззаконной. Если полицейский зайдет к вам в дом и скажет, чтобы вы поменяли обои, то это будет превышение его власти. Он проявляет беззаконие, потому что не находится в границах, установленных Богом. Вы должны понимать, что у всех божественных институтов есть свои границы. Давайте посмотрим на первые четыре божественные института, которые были представлены до падения человека в начале времен до грехопадения человечества. Бог установил эти четыре вида власти. Первое и самое важное из них — Свободная воля ⁇ это фундаментальная сфера делегированной власти. Это власть над вашей жизнью, вашей средой обитания. Все остальные божественные институты должны строиться именно на этом основании. Они должны уважать свободу личности, а не игнорировать ее. И когда государство начинает лишать человека свободы, оно становится беззаконным. Первый и главный божественный институт ⁇ это свобода воли. Это сфера власти, в которой человек отвечает за свои решения. Если мы откроем Бытие, первую главу, 26 стих, мы увидим там слова Бога. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Это ключевое слово, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над средой, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Мы также видим намек на то, что у нас есть власть над сатаной и бесами. Бог суверенен. То есть, Он обладает всей властью. Если мы были созданы по образу Его, это означает, что Он дал нам определенную степень суверенности над нашей жизнью и средой. Например, над домом, в котором вы живете. Он дал нам определенную меру суверенности в нашей жизни. Это и есть свободная воля. Это Божий дар нам. И Он серьезно к нему относится. Он обладает невероятной силой. Он определяет вашу судьбу в вечности, принять Бога и Христа, его спасение, или не принять и отправиться навеки в ад. Выбор за вами, Бог уважает свободную волю так сильно, что Он допускает грех и допускает людям выбирать Ад, несмотря на то, что Он желает, чтобы вы всю вечность были с Ним на небе. В итоге вам самим придется отвечать за свои решения перед Богом. Повиноваться или бунтовать против Вашего Творца, доверять Христу или отвергать Его, это самый важный выбор в нашей жизни. Вам в жизни придется делать множество выборов. Бог уважает ваш выбор, потому что Он делегировал эту власть вам. Когда Бог делегирует кому-то власть, этот человек не может делать с нею все, что захочет. Вот в чем суть делегирования власти. Ну, например, в нашей церкви, если я, как пастор, делегирую власть кому-то, то это не означает, что этот человек может делать все, что захочет. Это означает, что у них есть власть, но они должны использовать эту власть в подчинении мне, в согласии с той задачей, что я поставил им. Этот человек подотчетен мне. Бог дает человеку свободу, но он подотчетен Богу за то, как тот использует эту свободу. Бог спросит с нас. Бог дает нам эту власть, но все мы предстанем перед Ним и будем судимы за наш выбор, за то, как мы использовали свою свободную волю. Когда Бог делегирует нам власть, Он не забирает у нас власть. Но нам придется дать Ему отчет в том, как мы используем ее, и придется пережить последствия, если не будем использовать власть в согласии с Его указаниями. Мы его вице-регенты. Мы должны использовать нашу свободную волю, чтобы жить и управлять, как его представители на земле, исполняя его цели и принося ему славу. Если мы решаем действовать независимо от Бога, мы неверно используем свою власть. Одна из главных целей божественных институтов ⁇ сохранить свободную волю в нашем обществе. Когда вы живете в обществе, где нет свободы, то это означает, что государство злоупотребляет властью. Если жена находится в неправильных отношениях, и у нее нет свободы, то это говорит о том, что она столкнулась со злоупотреблением властью. Злоупотребление ⁇ это когда власть выходит за границы, провоцируя потерю свободы. А там, где власть действует соответственно, виден лишь рост свобод. Бог желает, чтобы человек был свободен, но чем больше беззаконие захватывает общество, тем больше теряется свобод, потому что человеческое достоинство и свободная воля начинают подавляться государством во имя народа. В таком случае вы просто теряете свободу. И в худшем случае государство становится тоталитарной диктатурой. Примеры перед вами. Когда общество отвергает Бога Библии в качестве высшей власти, у него больше нет оснований для свободной воли человека, потому что достоинство человека, его свобода и неотъемлемая ценность базируются на том, что все были созданы равными по образу Божьему. Если государство отвергает Бога и считает себя единственной властью, то у него появляются основания для разрушения этого божественного института. Люди оказываются беспомощными под властью государства. Вот это и есть злоупотребление властью. Я приведу еще один пример злоупотребления властью. Есть стих, который говорит, что непокорность такой же грех, как и волшебство. Я долго не мог этого понять. Непокорность это отвержение власти. Волшебство это попытка контролировать свободную волю человека с помощью манипуляций или запугиваний. Это дела плоти, как сказано в послании к Галатам. Волшебство также действует через призыв к сверхъестественным силам, чтобы получить желаемое. Например, через проклятие. Этот человек пытается контролировать свободную волю другого человека. Это и является формой бунта, потому что это отвержение Богом данной власти им, свободной воли. Бунт — это когда вы отвергаете Божью власть, включая ту власть, которую Бог вложил в человека. Мы должны уважать и ценить всех людей, потому что они созданы по образу Божьему, с властью в их жизни, мы можем попытаться убедить человека, но не можем контролировать его, заставлять его. Мы не должны пытаться сделать это. Это и есть дух волшебства. И это также бунт против власти, которую им дал Бог. Если люди действуют в волшебстве, в запугивании, манипуляции, проклятиях, и прочим, то сами окажутся под проклятием. Вам будет плохо, если вы будете поступать так, потому что в итоге люди видят манипуляторов, как бы они ни прятались, и они обращаются против таких людей. Все это заканчивается плохо для манипуляторов, даже если им и удается добиться чего-то в краткосрочной перспективе, это первый Божественный институт свободная воля. Мы должны уважать свободную волю друг друга. В следующий раз мы рассмотрим другие божественные институты. Надеюсь, что это поможет вам лучше понять Слово Божие. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.